первом тайме англичане усилиями Варди и Старича, который забил уже в добавленное арбитром время, вырвали победу со счетом 2-1. У нас теперь ситуация такая. У англичан 4 очка, по 2 у сборных Словении и Словакии, прошу прощения, и Уэльса, у российской сборной 1 балл. Ну, в общем, расклад остается примерно таким же, если обыграем Уэльс, но, как говорится, если... Сегодня на чемпионате Европы будет сыграно 3 матча. Сборная Италии померится силами с командой Швеции. Это первая игра сегодняшнего дня. Начнется она в 16 часов. Затем на поле выйдут команды Чехии и Хорватии. Ну и завершает игровой день поединок между испанцами и турками. Сегодня же станет ясно, поедут ли российские легкоатлеты на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Напомню, что еще в ноябре прошлого года ВАДА обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях. Вскоре эту позицию поддержал и Совет Международной Легкоатлетической Федерации. За прошедшее время с момента отстранения инспекционная комиссия несколько раз посещала нашу страну, наблюдала за ходом реформ в российской легкой атлетике. И вот в итоге этой работы будет сегодня доложено Совету Международной Федерации легкой атлетики, который соберется в Вене. Добавлю, что решение о восстановлении членства России в Международной легкоатлетической федерации, как следствие участия наших легкоатлетов в Олимпиаде, будет принято большинством голосов Совета. Но не исключено, что вот прямо сегодня мы этого не узнаем. Исключено. Говорят, что на несколько дней возьмут паузу члены руководства Международной Федерации, только, может быть, к началу следующей недели объявят свое сегодняшнее решение. Возможно, в зависимости от ситуации, как я уже сказал, ведь если голоса разделятся, если возникнут какие-то разночтения вот этих вот докладов. И напоследок еще о футболе. На Кубке Америки состоялся первый четвертьфинальный матч. Команда Соединенных Штатов Америки нанесла поражение сборной Эквадора со счетом 2-1 и вышла в полуфинал турнира, где соперником американцев станет победитель пары Аргентина-Венесуэла. Сотрудники МЧС проверяют информацию о трех погибших в результате пожара на мебельной фабрике в подмосковном Фрязино. Люди могли пострадать при обрушении кровли и перекрытии горящего здания. Выгорание возникло накануне днем, но локализовать его удалось только в час ночи. Общая площадь пожара составила более 3500 квадратных метров. Ранее сообщалось, что как минимум 3 человека пострадали, известно с этой ситуации на пожар. Владимир Путин и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Санкт-Петербурге не обсуждали тему санкций. Речь шла о ситуации, когда отношения России и ЕС оказались замороженными, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, на переговорах подчеркивал, что сейчас бизнес вести придется, но уже не так, как прежде. В Финляндии после длительного ремонта открывается музей Ленина. Как передает Интерфакс, там обновили экспозицию. Но теперь представляет не только факты биографии вождя революции, но и в целом истории Советского Союза. Здание, которое ранее было домом рабочих танков, в 1905 году встречались Ленин и Сталин. Музей в танке единственный за пределами российского Тензии. Музей посвящен жизни деятельности Ленина. Он был открыт в 1946 году. Официальный курс доллара на сегодня 65 рублей 86 копеек, евро 74 рубля 25 копеек, и оформлены на рубле
Всем привет. Продолжаем движение на восток. Автомобиль Шкода Рапид. Базовая комплектация. Коробка автомат. Два слова о месте привала ночевки. Не удалось найти вчера более-менее приличное место, поэтому то, что попалось, там остановился. Ну, кухня, я не знаю, я провел эксперимент, который раз. И в очередной раз убедился, что останавливаться и принимать пищу на трассе постараюсь больше этого не делать. Мало того, что цена заоблачная, как в московском ресторане, очень дорого. Так и то, что организм мой не принял эту еду, которую они предложили. Там взял говядину с гречкой, два пирожка с луком и компот. Изжога замучила. Тяжелый был вчера вечер, в том плане, что сам по себе ужин оказался не по мне, не для меня. Так и то, что спрос видео на внешний жесткий диск занял почти 3 часа. 3 часа, это очень много. Медленно работает нетбук, но пока другого выхода нет. Заключила одна карта CD. Хорошо, что у меня есть резервная. Посмотрим, что будет сегодня вечером, дай бог. Ну, место для ночевки, я говорю, выбрал не очень удачное. Очень высокие цены, по этой причине, наверное, ночью подъезжало всего-навсего два автомобиля. Ночью в кафе это придорожное не работало, все было закрыто, все было выключено. Очень дорогая стоянка, если везде по России в подавляющем случае 50 рублей для маленькой машинки, то здесь взяли все 100. Конечно, если силы при движении на исходе, если вы сильно устали, то, конечно, другого выхода нет. Но рассчитывайте, мое мнение, на свой сухой паёк. Впервые сегодня уже воспользовался этим стаканом. Электрокипятильник, стакан-кипятильник, буду его называть так. Кружкой с перемешивателем я остался доволен. Доволен. Рекомендую. А кофе нерастворимый.
мелкомолотый сахар и сухое молоко я приготовил заранее дома. Насыпал бутылку с широким горлышком. И хочу доволен. Еще раз хочу обратить ваше внимание на дорогу. Вот эта вот разметка, конечно, здорово напрягает. Широкая асфальтированная обочина, широкая проезжая часть провоцирует, не провоцирует, а провоцирует водителя на обгон. По сути дела, полоса одна, разделительная со встречной прерывистая. Водитель идет на обгон, приходится или на обочину уходить. Но это же тут такая практика, я давно уже обратил внимание. Чтобы пропустить обгоняющий автомобиль. Кстати, такая же ситуация и в Ярославской области. Но раз едешь и не знаешь, ты по обочине двигаешься, по своей полосе или по встречке. То есть вот нету единого стандарта для всех дорог России. То есть кто как гораст. Можно сказать, недоволен, ворчу, то что широкая обочина асфальтированная, может быть. Но говорю, вот те ощущения, те напряги, которые испытываешь, двигаясь по этой дороге, я о них сказал. Так полотно дороги, вот я уже проехал вчера, сегодня, вот полотно дороги хорошее. Дорожникам еще маркировку сделать нормальную. Ну, вообще замечательно. Инфраструктура, сами видите, не очень развита. Сегодня обещают температуру от 30-28. Вот, будет жара. Погода опять-таки какая-то белесая. Но условия для движения вполне нормальные. Вчера планировал проехать не более 500 километров, но получилось так, что по-моему все 700 или даже больше. Сегодня такие наметки проехать Уфу. Где-нибудь на перевале через уральские города, горы остановиться на ночевку. До Уфы 750, по-моему, километров. Ну и от Уфы там, если посмотрим. Может быть, возле Аша, Сим,
Ну, до Златоуста, наверное, не дотяну, уже будет темно. Поэтому автопутешественники, автотуристы. Заранее планировать маршруты, как вот рекомендуют знающие, опытные автотуристы, рассчитывать примерно в день 200 километров проезжать. 200-300 километров. Тогда получите удовольствие и от движения, и от отдыха. Что такое? Ремонт дороги. Я в первой серии говорил, что нашел два сайта, где опытные автотуристы, автопутешественники делятся своим опытом, ну и придают уроки планирования маршрута. Как готовить автомобиль, как рассчитывать маршрут. Очень много полезной информации. И можно сказать, очень нужной. Очень нужной. Просто кто отправляется первый, может быть, второй раз, я бы мог посоветовать зайти на эти сайты и ознакомиться. Один недостаток в том, что расчет и планирование маршрута идет на Европу, из России в Европу. То есть от Москвы, там Германия, Прибалтика и так далее. Там инфраструктура более-менее развита. Уже давно. В этом плане там, конечно, будет проще. У нас, вот как видите, четкого расчета, вот можно попасть в такую ситуацию, как я вчера. Место для отдыха было не очень. В общем, мне не понравилось, короче. И дорого, и последствия. Хотите сэкономить немножко, быть бережным к своим деньгам, то учитывайте. Вот сейчас можете наблюдать характерное расположение автомобиля на дороге. Вот впереди идущий автомобиль, правой стороной по обочине. Ну и я еду за ним, потому что вижу, сзади догоняют. Дорожные инспекции на трассе достаточно много. Ведется видеоконтроль, видеофиксация. Плюс разъезжают мобильные, то есть передвижные посты, передвижные автобусы.
захвачена машина. Просматривая видео, я думаю, вы обратите внимание на манеру движения. Пензенская область. Детектор реагирует на видеокамеру. Теперь вот такая разметка. Вот не поймешь. Две полосы. Или одна. А так вот будет стоять какой-нибудь дяденька с полосатой палочкой. Скажет, езда по обочине. Все, иди сюда. Дороги привели в более-менее божеский вид. Хорошие, отличные участки. Но с разметкой, блин. Лето, время отпусков и время строительства и ремонта дорог. Ремонт и строительство дорог – дело очень нужное, об этом никто не спорит, но организация движения должна быть. Так как это организовано в Пензенской области, я бы сказал так, вообще не организовано. Господа дорожники этим не заморачиваются. Топливо для автомобиля. Должен сказать, что нет, ну цена стабильная. Цена ниже, чем в Москве. И вот сколько проехал, везде примерно цена одна и та же. Ну там может 10 копеек разница. Вдоль дороги продают изделия собственного производства. Одежду меховую. Папахи красивые. Народные умельцы. Thank you.
интенсивность движения средняя, ни высокая, ни низкая. Может, еще не все большегрузы проснулись. Все время, разница во времени, я вот не знаю, есть или нет. Спал мало сегодня ночью. Во-первых, поздно лег, пока перебросил все видео. Хорошо, что были занавески. Смог спать до 7 часов утра по московскому времени. Если бы не было занавесок, наверное, лето, время отпусков и время строительства и ремонта дорог. Ремонт и строительство дорог — дело очень нужное. Об этом никто не спорит. Но организация движения должна быть, так как это организовано в Пензенской области. Я бы сказал так, вообще не организовано. Господа дорожники этим не заморачиваются. Про топливо для автомобиля должен сказать, что нет, ну цена стабильная. Цена ниже, чем в Москве. И вот сколько проехал, везде примерно цена одна и та же. Ну там может 10 копеек разница. Дороги продают изделия собственного производства, одежду меховую, папахи красивые. Народные умельцы. Интенсивность движения средняя, ни высокая, ни низкая. Может, еще не все большегрузы проснулись. Время, разница во времени, я вот не знаю, есть или нет. Спал мало сегодня ночью. Во-первых, поздно лег, пока перебросил все видео. Хорошо, что были занавески. Смог спать до 7 часов утра по московскому времени. Если бы не было занавесок, наверное, сколько раз говорил о важности
приема пищи во время движения 100 раз, наверное, всем советовал. А сам продолжаю наступать на одни и те же грабли. Я имею в виду вот этот привал сегодняшний, который был после первого дня. Ну, с одной стороны, оправдание то, что вел, экспериментировал, как поведет свой организм себя после операции. Но с другой стороны, вот то, что опять поужинал в этом кафе, говорю, что жуткая изжога. Как правило, под утро отекшие ноги, еле обулся. Далеко разговор идет, километров, наверное, 4-5. Поэтому слышимость неважная. Автомобили мигают фарами дальним светом, предупреждают, что гаишники стоят. Радар-детектор молчит, значит, снимают на свою камеру. Пожалуйста, предупредил по радио. Сейчас я сам наблюдаю с правой стороны. Стоял Орел. Да, цена бензина стабильная по всей республике. Дальнобойщик. Кому-то обогнать себя. Работай, работай, значит, обгоняй. В случае необходимости он бы притормозил и помог бы. Так, заканчивается жидкость в сигаре, в сигарете. Надо будет притормозить где-то, заправиться. Надо будет заправить сигару, заварить кофе еще раз. Нет, дружище, обгонять не буду.
моя реплика была впереди идущая фура, мигнула правым поворотником, предлагая мне обогнать. Я обгонять не стал, тоже принял немножко вправо, меня обошел джип. Ульяна 311, Ольга Николаев, 163 регион, Самара. Да, кофе заканчивается, надо... Ну ладно, проедем пока немного. Почему нужно будет остановиться, чтобы сделать очередную порцию кофе? Надо будет отключить все внешние потребители от прикуривателя. Включить только стакан с электроподогревом, с электрокипятильником. Стакан кипятильник, короче. Это навигатор говорит, что я превышаю скорость. Скорость 80 с копейками. Давно не обновлял карты. Да, наверное, и в этот раз получится. Грибачёво, это Уральские горы, перевал. Хорошее место. Там и ребята толковые работают. И цены у них приемлемые. Ну, грамотные в этом плане зарабатывают. Этим и славится у водителей Грибачёва. Грибачёва, это точно сказать. Грибачёва, Грибачёва, по-моему. Ну, посмотрите на карте или увидите на видеорегистраторе. Примерно 4 года тому назад я двигался по этой трассе после привала. Во время движения сбрасывал видео через ноутбук на внешний жесткий диск. Двигался медленно, километров, наверное, ну, 40-50, так, чтобы ноутбук не растрясти, и чтобы сбоя не было. Всегда относился, да, и отношусь настороженно к встречным колоннам. Обычно сам предпочитаю в колонне двигаться, не обгонять. Ну, в таком спокойном режиме. А тут получилось, что двигался один. Ни спереди, ни сзади никого не было. Ну и скорость маленькая. Идет встречная колонна. И уже оставалось, наверное, метров 100 или 200. Вот вдруг смотрю из колонны навстречу, прям в лоб, на меня выходит большой груз. Там секунды времени. Хорошо, что была такая широкая обочина. Съехал на обочину, успел съехать, чтобы остановиться. Этот пролетел мимо, чуть зеркала не пошибал. Был такой случай. Конечно, в его адрес было много мата со стороны попутчиков.
ты чего творишь, ну, в этом же духе. Но он не отвечал, или радиостанции у него не было, или была выключена. А у меня подозрение, что он был еще и не трезвый. Не видеть меня он не мог. 150 метров. Более включенные фары. Встречается такой тип водителей больших грузов. Подавляющая масса дальнобойщиков, как они себя называют, я называю больших грузами. Люди адекватные, вежливые, профессионалы, скажем так, элита дальнобойщиков, элита больших грузов. Но вот есть и такие, что, как говорится, отрежь да выбрось. После того случая я стал сбрасывать видео. Еще один забавный случай на этой трассе, по-моему, в прошлом году. Выдвинулся утром из Москвы. По дороге заправился. Остановился на ночевку на заправке. Утром думаю, давай решил, думаю, добавить бензина и двинуться дальше. По карманам, ё-моё, денег нет. Все проверил. Чуть наизнанку себя не вывернул. Нет денег. Помню, что клал в карман брюк, в левый карман. Во время движения периодически рукой ощупал, проверял. Деньги были на месте. Несколько раз, два раза останавливался. Один раз зашел в магазин, нужно было что-то купить из железяк или прикуривать или еще не помню. Вот помню, что деньги. Деньги ощупывал, деньги в кармане вроде бы были. Вот. Парень попросил закурить. Зажигалки не было. Принял. У меня было две зажигалки, я ему одну отдал. Больше я нигде не останавливался. Брюки, карманчики, карманы были на замочках, то есть
я давно уже магазин «Экспресс-Вест» предлагает навигатор, видеорегистратор, антирадар, рация, антенна, флешка. Это у вас телевизор, комплектующий, правой, на ваш автомобиль. Грузовые листовые сигнализации, установка. Это модулятор 3D модем, подмостки, донторы и многое другое. А также обновление навигаторов, постройки, диагностика, антенн, профессиональных приборов, заказчик музыки, фильм на флешку, обмен флешек. Мы находимся на 752-м километре трассы, 5 придорожный комплекс. Если вы выезжаете, мы ждем вас. Я давно уже научен опытом и карманы закрываю на замочек, чтобы ничего не выпало, потому что и мелочь высыпается, и ключи иной раз, и так далее, и так далее. Всегда за этим слежу. Ну нету денег, ё-моё. Расстройству не было предела. Пластиковая карточка с собой, но где на трассе здесь? Снимешь деньги. Забрал все копейки, которые у меня были, залил бензин. Отъехал, блядь, от того светофора, нахуй. На оставшиеся деньги. Мужики, в канале меня слышно, нет? Ребята, огромная просьба. Я веду съемку трассы М5, все записываю на видеорегистратор. Большая просьба с ненормативной лексикой, пожалуйста, чтобы мне потом не сидеть, не перерабатывать видео. Еду уже, думаю, где же мне это самое, снять деньги с карточки, потому что на бензин просто элементарно не было денег. Ну, слава Богу. Слава Богу. На трассе увидел щит огромный, Сбербанк, банкоматы. Ну, радости не было предела. Но денег у меня было в кармане 40 тысяч. Потому что ехал далеко. Деньги нужны были на бензин туда и назад. По-моему, в Хабаровск ехал. Вот. Расстроился, конечно, до беспредела, до беспредельности. Рядовой Кирилл работает, живые два не стал на праздничной обстоятельстве. Мы находимся в светофор по направлению на вторая мойки, перезаправки, так не стоит. Но что интересно, уже смирившись с потерей, вот, приехал домой, стал проверять брюки, деньги оказались в других брюках. Радости, конечно, не было предела. Thank you.
Дядя, ну дай дорогу, блин, сойди на обочину. Ну посмотри, какой хвост машин скатился за мной. Нет, будет переть. Вспоминая этот участок дороги прошлым годом, можно сказать, что состояние дорожного полотна стало гораздо лучше. Гораздо. С такими темпами, которыми последние 2-3 года идут работы по ремонту, по строительству дорог, я думаю, через год-два можно будет, да уже можно беспроблемно проехать всю Россию вдоль и поперек, я имею в виду федеральные трассы, магистрали. Но с каждым годом все лучше и лучше. Это я констатирую, это факт. То, что дороги в городах просто отвратительные, это тоже факт. Самые плохие дороги, на мой взгляд, то, что я проехал, это в Волгограде. Хуже дорог, чем в Волгограде, нет. Есть отвратительная дорога, объездная дорога Канска. Жуткая. Николаточка в канале, бог свободен, ребят, заезжаем, Юра, пишите 1000 рублей, пенсия 1200, бог свободен. Много других городов, где... Да почти во всех городах плохие дороги. Не знаю, с чем это связано. Вот. Федеральные трассы в хорошем и в отличном состоянии. А вот в горах, в городах это, конечно, смерть. Но опять-таки не везде. В разных городах по-разному. Я вот обратил внимание... Так что, господа чиновники, вспомните, как сказал Папанов в кинофильме «Берегись автомобиля», тебя посадят, а ты не воруй. Я хотел бы поделиться своими впечатлениями о больнице. Я попал. Я первый раз за всю свою жизнь я лежал в больнице. Я просто был удивлен, насколько там все слажено, деловито. Больница номер 12 в Москве. Значит, никуда не ходил, не бегал, ничего. Сами медсестры подходили, делали какие-то уколы, там, не знаю, какие-то анализы, деловито, молча, без слов, подошли, сделали, написали отметку в карте и ушли. Просто лежал, как музейный экспонат. В один момент подходит сестра и говорит,
раздеваетесь, ложитесь вот на стол, стол коляску, стол каталку. Я разделся, лежу догола, вернулась. Ну, я разделся, лег. Накрыли простыней, повезли меня. Я говорю, куда хоть везете? На операцию. Ну и пока везли там 12 этажа, на 5 этаж, там лифт и так далее. Они меня развлекали разговорами. Комплименты, ля-ля-то поля. Ну я понял так, что это, чтобы не было шока, какого-то стресса, вот, отвлекали мое внимание. На втором этаже операционная. На лифте спустились, привезли. Все, ждите, вам подойдут. Через несколько минут подходит медсестра. Сейчас дел поставим вам капельницу. Так. Вот, поставила капельницу. Ушла. Ну, как только этот флакон освободился, снова подходит, вытащила все это, иглу оставила в зене. Открываются двери, автоматически раздвижные. Смотрю, выкатывают человека на столе каталки на этом, укрытым простыней. Не, живой, в смысле, по горло закрыто. Подходит ко мне, меня на каталке закатывают, помещено, это операционное, я понял. Тоже ни слова не говоря, не спрашивая, как дела, как самочувствие. Ну, видать, по анализам, по всем показаниям, которые были записаны, они, им ничего больше не нужно было. Подходит анестезиолог. Сейчас вам сделаем обезболивающий укол. Ну, я думаю, куда? В ногу, в руку, куда? Нет, говорит, позвоночник. Блин, я напрягся, думаю, ё-моё. Лягте на бок. Лег на бок. Одна навалилась на меня сверху, вторая позвоночник. Делала два укола. Лег на спину. Я почему так подробно рассказываю, мне интересно, можете перемотать или убрать звук. Я говорю, просто я вот настолько был под впечатлением всего этого, ну, что, ну, делюсь с вами. Лег на спину, анестезиолог рядом, наблюдает за мной, обклеила меня разными датчиками, вот вся грудь, плечи, руки. Чувствуете, ногам тепло стало? Да ничего не чувствую. Поднимите ногу. Ну, взял, приподнял, смотрит на меня. И тут я чувствую, что ноги начали тяжелеть. Это через 3, наверное, 5 минут полностью отключился от пояса вниз, донизу, на пяток. Абсолютно. Вот, абсолютно не чувствовал своего тела. Пытался силой воли как-то вот напрячься максимально, сдвинуть там, пошевельнуть пальцем, пошевелить. Там, ногой как-то мертво. Абсолютно без движения. Подошли, сделали какой-то укол в бедро. Я абсолютно не чувствовал боли. Абсолютно. Вот. Подходит хирург. Ну, там целый консилиум их был. Повесили перед лицом занавеску. И о чем-то там в своем разговаривают. Почувствовал запах, своеобразный запах. Труднопередаваемый такой. Я спрашиваю, лазером режете? Да, говорит, уже ведь разрезали. Ну, надо мной это огромный прожектор с зеркалами. Вижу там что-то такое, красная кровь, но
Я крови боюсь, поэтому я не стал смотреть, потому что, ну, обмороки у меня случаются. Боюсь крови. Через 2.5 часа, кстати, во время операции анестезиолог, женщина молодая, к сожалению, ни фамилии, ни лица не знаю, потому что на лице лицо скрыто маской, ни бейджиков, ничего на груди не было. И вот она не отходила от меня ни на шаг, постоянно мониторила мое состояние, наверное. Но помню лицо хирурга, но опять-таки только глаза. Вообще удивительный взгляд такой, я, наверное, на всю жизнь его запомнил. Внимательный такой пронизывающий взгляд. Ну, вот он, видать, смотрел по моим глазам, по моим зрачкам, мое состояние. В какой-то момент времени дает команду: срочно принесите грелку. Ну, я на самом деле чувствовал, что мне холодно становится. Мне принесли грелку на руки, а руки у меня как этот распластанные, там датчики разные, все это, какая-то капельница еще стоит. Вот, принесли грелку, ну, грелка согрелась. Я настолько запомнил взгляд хирурга, умный, пронизывающий, понимающий все взгляд, вот он навсегда, наверное, останется в моей памяти. К сожалению, не запомнил не знаю ни фамилии, ни имени этих ребят. Вот. Я видел только хирурга, а все остальные были скрыты занавеской, я не видел их. Через 2.5 часа хирург дает команду: все, зашивайте. Вот. И все, ушел. Там, видать, зашили, накрыли простыней, подняли, положили на одеяло, на каталку, укрыли одеялом. Опять пришли эти две девушки-медсестры, опять подняли меня, увезли, оставили на кровати. Ну, я говорю, что не слышал. Не чувствовал абсолютно, не чувствовал своих ног от пояса до пяток. И это примерно продолжалось часов 6 или 7. После этого, значит, постепенно забыл добавить, что перед операцией меня обмотали эластичными бинтами, как мумию. И вот в такой форме я вот находился несколько недель, как мумия обмотанный. Все это делалось бесплатно, ни копейки я не платил. Все вот по медстраховке, или как она называется, медицинское страхование, все было сделано бесплатно, абсолютно. И кормили бесплатно. Один 786 километр трассы М5 предлагают в качестве ДСМ производства Роснефтьконнекта. Оплата производится по всем видам карточек, а также за наличный расчет как в российских рублях, так и в иностранной валюте доллары и евро. Также можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости. Ждем вас по адресу: Ульяновская область, рабочий поселок на уровне 786 км трассы М5. Заезжайте, ребята. Вот, пожалуйста, я думаю, полезная будет информация. Вид, конечно, ребята, потрясающий, что слева, что справа. Вдалеке холмы, покрытые лесом, или горы, покрытые лесом.